Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнайте, от какой встречи или с кем, от встречи с кем вам точно не уйти. Так, посмотрим, девочки. От встречи, которую вы ждете, самое интересное, и вам от нее точно не уйти. Возможно, у вас сомнение, будет ли эта встреча, точно будет. Независимо от чего, с кем же встреча ваша. Да, страхи у вас тут еще. С кем встреча, девочки. Кто-то должен приехать. То есть я понимаю, что человек от вас на каком-то расстоянии. Давайте смотреть дальше. Ну, скорее всего, это мужчина. Я все-таки чувствую энергию мужчины. Вот. Да, встреча будет точно. То есть решится. Да, еще здесь может быть момент такой. Учитывая, что здесь много мечей, вполне возможно, что не уйти вам от встречи с каким-то бывшим мужчиной. Либо сейчас. То есть, возможно, нет возможности встретиться, но эта возможность обязательно появится, то есть ситуация решится и придут вам счастливые новости, мужчина приедет к вам навстречу вот такую. Это если вы с мужчиной на расстоянии или он куда-то уехал, может быть, на заработки, то имейте в виду, что да, скоро приедет, напрасно вы волнуетесь, все будет замечательно. Прекрасная будет встреча. Вот. Либо возвращение мужчины для примирения.